нас есть дверь. Ты в курсе? Но я могу сказать, что ты предпочитаешь драматизировать. Что тебе нужно здесь? Чего я хочу? Уничтожить глупую аномалию! Ты серьезно? Если это так, так тому и быть. Давай потанцуем! У тебя проблемы со зрением? Щекотно. Есть предел, который никто не может превзойти. Ты думаешь, этого было достаточно? Прощай. Озвучено проектом HCP Волсойс. Спасибо за просмотр. Найтмар озвучивал «Темная лошадка».